Дамы и господа, представьте, девичник, который уже подходил к концу. Ах, господи, ну где этот стриптизер? Столько ждем, что на мне уже съедобное белье растаяло. Марин, если тебе кусок селедки в лифчик упал, это еще не делает белье съедобным. Слушайте, ну стриптизеры же всегда в масле ходят. Может, он по дороге подскользнулся и ногу сломал? Ничего страшного. Мы ждем его не на ногу посмотреть. Эй, пупсики! Кто из вас готов увидеть то, что никогда в жизни не видел? Валера! Марина? Ты что здесь делаешь? Да ты следишь за мной! Вообще-то у меня девичник. Марина, мне кажется неправильно, что ты на своем девичнике разговариваешь со своим бывшим. А мне кажется неправильно, что ты на 8-м месяце, а девичника у тебя так и не было. Слушайте, кто-то будет сегодня танцевать или нет? Мне еще на УЗИ на 8. Ну, ты слышал, давай. Но я не могу, когда ты на меня смотришь. Ой, Валерочка, да ты не мог, когда я на тебя и не смотрела. Слушайте, мы увидим сегодня упругую попку сладкую, как персик. О, персик, жрать хочу. Понял.